Всем привет, с вами Контос и мой новый клевый видос. И сейчас я с таким красивым макияжем иду на день города Владимир. И там кто-то из детей маленьких бьет по горке. У нас, видите, сделали такой полуремонт, видите, не закончили, да? Как бы ужасно сделали, но это еще не конец. Я боюсь, что тут будет в конце. Вот, то, что сейчас поедем в центр города. Мы поставили нашу машину у церкви, просто это единственная стоянка ближе к центру, и ну, она очень удобная. Так что сейчас мы идем. Здесь уже перекрыли дорогу, как стоят троллейбусы, как их обратно будут возвращать на рельсы, ну, так скажем, да? Я не представляю. Но прикольно, да? И сейчас мы пойдем по дороге. Мы машины. Вот, я иду, все одеваю очечки, потому что светит ярко солнце, и все классно. Я иду по дороге. Так, классно. Так что, идем дальше. Смотрите, мы увидели, что здесь что-то строят, и вот что там. Честно, я не видела, потому что я не дотягиваюсь до туда, мне не видно. Вот, сейчас мы идем, попутно проходит марафон. Жалко, я в нем не участвую. Да. Но прикольно. Типа люди бегут, испытывают себя на прочность. Посмотрите, вот здесь движуха, людей не так много, как могло быть. Очень громко, вот тут видите финиш. Вот. Разные игры. Итак, здесь каратисты, там награждают, здесь дети рисуют. Короче, здесь узенькая тропа. И идем на шалопаевку. Так мы называем везде, где продается всякая фигня. Как здесь пахнет попкорна. Все, я помираю. Хочу попкорн. Ну, короче, идем, смотрим. Тут люди попутно бегут. Так, вот мы сейчас посмотрели все, что можно вот здесь купить. Здесь проводятся некоторые мастер-классы, ну ладно, мы уж прошли мимо. Вот, идем дальше по вот такой нешумной шалопаевке. Так, вот мы поднимаемся уже наверх. Вот такую дорогу мы прошли, просто посмотрели. Вот, так что сейчас... Идем в патриаршие сады. Мы зашли по QR-кодам. Ну, мне просто померили температуру. Нормально. Вот. А еще вот там вот игра. Типа там какая-то, что ближе, плюс это. Короче, все. И я ученый-физик. Все. А мама, а ты кто? А я механик этих атомной подводной лодки. О, ну видите, мне полегче. А, это что сейчас ходим, гуляем. Так вот, мы вот здесь прошлись, посидели. И сейчас по лесенке спускаемся вниз. И там какой-то концерт скоро начнется или уже какой-то начался. Вот, та что спускаемся вниз. Так вот, мы уже спустились пониже, тут лежат трубы. И здесь озерца. Играет музончик. Вот такая красота. Так что сейчас спустимся еще ниже. Вот мы спустились, здесь такое закулисье. И вот здесь озерца. Так что сейчас погуляем. Итак, вот мы присели, вот как видите, да, наши ноги. И смотрим концерт.
Видите, в платьях красивых поют. Репетиция концерта. А, репетиция концерта, ну вот да, поэтому там сказали прям... Сейчас еще переоденется. Мы полностью выдержали этот концерт. Так трагично, не надо, давай просто скажем. Мы выдержали. Мы полностью выдержали. Ну, короче. Вы не поверите, да. Вы не поверите, мы целый час тут просидели, выдержали этот концерт. Ну ладно, концерт нам понравился, теперь идем дальше. Мы сейчас уже вышли с Патриарших садов и идем гулять дальше. Вот, тут Владимирская вишенка. Ой, вот эта женщина, которая пела в красивом платье. А мы идем. Мы на концерте. Все, можешь отвечать. А музыку-то на музыку давай. Сейчас я была вон там, у той тетеньки, на мастер-классе, сделала вот такого паучка сама. Смотрите, какая красота получилась вот в теньке. Но на солнце выглядит еще лучше. Прям вот классно. Я рада. Мы идем по центру у торговых рядов. Вот я, там сзади мои родители с нашими друзьями. Вот. Идем пить кофе. Сейчас я зашла в торговый центр, чтобы купить себе воды в Перекрестке. Ну что, идем покупать воду. И вот уже центр города открыли для машин. Все, день города подходит к концу. И я с вами прощаюсь, с вами был Виктос и мой клёвый. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч. Пока-пока.